Специальное упоминание жюри Международного кинофестиваля в CGC 2013 года. Так, я сделал все, что вы сказали. Что делать дальше? Включите видеосвязь. Они уже ничего не смогут. Уже слишком поздно. Сеньор Монтальво, мы сможем вам помочь. Включите видео. Алло? Мне нехорошо. Эй! Уже поздно. Пожалуйста, успокойтесь. Не о чем волноваться. Скоро все будет хорошо. Вы принимали какие-то лекарства? Мистер Монтальво, очень важно, чтобы вы отвечали на вопросы. Вы там один находитесь? Почему я горю? Господи, нет. Уйди! Уйди! Алло? Мистер Монтальво. Там с ним девочка. Дорогая, верни свою комнату. Папа тут с дядей разговаривает. Верни свою комнату! Эй, девочка, послушай меня очень внимательно. Ты ведь хочешь помочь своему папе? Возьми мобильный. И делай, что я скажу, и все это скоро закончится. Что это? Кто-нибудь скажет мне, что это? Беги, в туалет беги, девочка, живей! Стой, стой, не слушай его! Вики! Не бойся. Положи телефон. Быстрее. Возьми полотенце и намочи его. Господь всемогущий благослови воду сию. Тихо ты. Он не может тебя тронуть. Ты должна открыть дверь. Вики! Хватит ебучей дверью хлопать! Видишь прозрачный бутыль? Это спирт. Возьми полотенце, спирт и возвращайся в гостиную. Иди же! На что ты смотришь? Разверни телефон так, чтобы я видел твоего папу. Делай, как я говорю. Оберни его голову полотенцем и потом отойди от него, когда я скажу. Возьми телефон. Поднеси его поближе, чтобы я его видел. Множество тельцов обступили меня. Тучные васанские окружили меня, раскрыли на мне пасть свою. Все кости мои рассыпались. Сердце мое сделалось как воск, растаяло посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепок. Язык мой прильнул к гортани моей. Не могу дышать. Дышать не могу. Отходи. Живо. Возьми бутылку со спиртом и разлей по всему телу. Давай. Не бойся. Это для его же блага. Ты должна. Вики, не обращай на него внимания. Не слушай его. Живо. Он сделает тебе больно. Нет. 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 Вики. Ты что это делаешь? Слушай. У Павочки уже все хорошо. Дай мне свою ручку. Дай свою ручку. Поднеси свечку к его лицу. Не давай ему взглянуть на тебя. Не давай смотреть на тебя. Давай же. Отдай сюда. Не слушай его. Давай. Подноси свечу ближе. Ты должна сжечь его. Вики, это не твой отец. Ты должна это сделать. Девочка, ты что делаешь? Нет. Что такое? Ты цела? Господи, нет. Нет. Святый отче, избави ее от лукавого. Спаси нас от пасти льва. Пасть льва. Перевел Переводман. Роли озвучили Илья Баране, Никита Дмитриев. Работа со звуком Евгений Фетчоп.